Ну вот, теперь на камере запечатлено, как Настя ковыряет носу. Я чешу нос. Ну это ты будешь вот рассказывать все это вот там. Я писала заявление, которое не знаешь, что такое это. Мама потеряет. Ну все в порядке же, мама заслала телефоном. Все в порядке. Значит, пластиковый нос. Ну что, как впечатление от Нью-Йорка? Как говорят американцы. Два пальца вверх. Давай, так, я Настя, давай. Как впечатление от Нью-Йорка? Нью-Йорк очень красивый. Вот такой город. Очень нравится. Настя, Женечка, как впечатление от Нью-Йорка? Класс! Обычно за камеру все делают. Обычно за камеру все делают так. Яс! А, это видео? Да ладно! Моя слюна? У меня была такая камера, я угробил от нее заряд. Больше камера не приносит мне пользы. Никакой. Да. Зарядку можно отдельно. У вас, кстати, ваши устройства все работают здесь от сети? Да. Здесь же 110. Да, работают. Только фен приходится включать сильнее, нежели чем в Москве, потому что напряжение меньше. Что значит сильнее включать? Ну, на большую скорость, на большую мощность, чем в Москве, я это, например, включаю. Телефоны заряжаются. Ноут заряжается в порядке. Греться? Это что, нахлажность? Не уверен, почему он друг будет сильнее греть? Ну, это не уверен. Я включаю MacBook через переходник розетку. И через час работы просто можно этим адаптером плавить. Плохой контакт. А греется, когда плохой контакт. А, ну что? Что делать? Из-за того, что переходник. А-а-а. Другой переходник. Так нормальный, сгорит, так зарплатный. Так сгорит все. Черт, может сгореть, да, потому что нагревается. Плохой контакт. А ты что, MacBook'ом пользуешься? Ты что, один из тех, вот они такие, да? Он самый. Да, вот, да, я думал, а где рожки, где вот зеленые вот эти вот уши, вот белый айфон. Вот, манипуляторы. Вот это вот все вот. Вот где вот? Я думал, любители Apple, они вот такие. А мы такие, да. А где вот это вот все вот? Мы не показываем рожки кому угодно, где угодно. Ну позвони на него, Женя, ну. Надо сначала обменяться айфонами. Вот, я нашла на. Ну что, бросаешь, где попало? Там же есть. Женя, у тебя что, тоже белый айфон? Приложение Find My iPhone. Можно с помощью одного айфона найти другой. Разве как? Да. Ну как, кидаешь айфоном в айфон. Дети, сказал, будешь поправлять ноги? Ноги, поправь ноги. Ложу бы. Ну что, где будем фоткаться? Не важно, где, главное, фильтр потом сделать, будет можно. Главное, что на айфон. Меня так может быть, так я встречала с Женей. Нас фоткай, нас сфоткай. Да вот Леха вас сфоткает, я все равно не умею фоткать. Сейчас. Я же айфоном пользоваться не могу. Сейчас лучшая в мире инстаграм-фотография будет сделана. Ты пользуешься инстаграмом? Меня сразу все зафоловят. Сейчас, подожди, а где ты инстаграмы пользуешься? Я не в инстаграм сразу фоткаюсь. Я просто фоткаю, потом это. Так ты пользуешься инстаграмом? Да. Да? Я тебя опять добавлю от меня. Так, подождите. Вам нужно что-то интересное. Настя, возьми эту зеленую хрень. И убей Женю по голове. Теперь приблизься к Жене. Вот ты сейчас фигурируешь только как два. Знаешь, как называется эта зеленая хрень? Это для стульчика, так чтобы мягко сидеть было. Стульчак Настя наделся на него. У кого такая задница в вашей семье, Настя, я не понимаю. Я точно. У меня. А то и висит. Теперь модный эффект. Зеленая штука настигает тебя. Я не специально, но эффект ты можешь подобрать сам. Ну, он почему-то сконцентрировался. Почему?